Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, прежде чем посмотреть трек нашего Максика, ребятки, я хочу сразу сказать. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано, ребятки. Максик уже осуждает. Максик... Это старый проект. Это просто. Старый проект, ребятки. Сейчас он осуждает. Другой. Сейчас он осуждает. Вы знаете, кишлак Максика, да, мне он очень нравится, ребятки. Я часто это говорила, что он мне нравится. И почему он мне нравится, я это много раз сказала, ребятки. Кому интересно, смотрите мои реакции. Хочу на еще сказать, что заказчик просил «Убегу» от Александра Абойкина. Но мы не нашли такой трек, нашли только «Убегу». Угу. От Александра Абойкина такого нет трека. Да. Ну, может, ты... это заказчик Александр Абойкин? Ну, ты сказала бы, да. Ладно. Ну что ж, ребят, скажу. У Максика, конечно, голос шикарный, ребятки, вы знаете. Очень красивый голос у него. Тембр голоса. Даже когда он разговаривает, вот интервью беру, да, берут у него. Угу. Я слушала его интервью, да. У него действительно свой такой голос, ребятки. Вот звонкий. Бывает такой, золотой, ребят. Голос России, да? Ну, золотой он, голос. Если бы он был диктором, был бы, да, ребят, шикарно был бы диктором. Или артист. У него классный голос, ребят. Ну, он нет, он как артист, золотой голос России, да, я да, думаю. Да. Конечно, понятно, что у него треки такие спорные, они у него такие не для, ну, не для всех. То есть для широкой публики, они, да? Спорные у него, конечно. Да, да. Есть у него там моментики. Да. Но голос сам по ну, себе, ребята, крутой. Голос у него, конечно. Угу. Если бы он пошел бы, мне кажется, в дикторы, да, например. Ну вот дикторы. Золотой диктор России. Да, он бы классно был. Вот музыкальные программы вел бы, например, да? Зачем ему вести, когда он может петь? Нет, я просто говорю, что у него голос классный, ребят. Мне нравится он. Ну, это альбом старый, ребятки. Здесь... Да, но это не для, да, всех, еще раз, такое, да, творчество, да, его. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни. Ребята, не прикасайтесь, друзья. Нельзя. Может быть смерть. Летальный исход. Летальный исход может быть. Поэтому не надо. Не начинаем. Ой, Максик, нужны эти правила, Максик. Не нужны. Как вы без правил? Надо правила все равно. Иначе будет. Иначе хаос. Беспорядок, хаос будет. Я люблю, я свой твою всех возберегу. Я умру, не учи меня, как жить.
что, друзья, скажу я? Я текст не буду комментировать, не комментировать не буду, ребятки. Вы знаете почему. Буду говорить просто о музыке, о его голосе, ребятки. Музыка у него очень интересная всегда бывает, ребят. Гитара мне очень нравится. Всегда вот именно струнная музыка немножко есть у него. Он любит, видать, гитару очень. Он и сам на гитаре поиграет, да, ребят? Голос мне очень нравится, ребятки. Очень нравится голос. Звонкий, красивый голос, ребятки. Мне Максик нравится, я всегда говорила, ребятки. Ну, что еще скажу, ребятки? Ну, его новый проект «Кишлак», еще раз. Он за здоровый образ жизни. А это, ребят, старый проект, поэтому я не буду... Да, старый проект, еще раз, он не для всех. Да. А новый проект, пожалуйста. То есть там у него огромное количество поклонников, и все треки очень хорошие. Да, ребятки, поэтому мне он нравится. Все, ничего не могу уже сказать. Пока, ребятки.